здание администрации городского округа Саранск по праву считается историческим. И в связи с тем, что с момента его постройки прошло уже более 100 лет, и так как с ним связаны важные исторические события в истории Саранска и Республики Мордовия. Здание стоимостью 70 тысяч рублей возводилось с 1912 по 1916 год по проекту и чертежам двух инженеров – Бенфельда и Мещерякова. История его появления описана в книге «Саранск» Ивана Дмитриевича Воронина так. Городской голова Никитин задумал открыть в Саранске учительскую семинарию, но не было подходящего помещения. Получить согласие купцов, членов городской думы, ассигновать средства на строительство здания для подготовки учителей он мало рассчитывал. Пришлось действовать обходным путем. Никитин предложил думе проект строительства трехэтажного торгового корпуса с 12 магазинами, с клубным залом на 400 человек, с фойе, бильярдной, карточной, столовой, буфетом, а то есть торгового пассажа с коммерческим клубом. Этот проект городской думой был принят без возражений. И только тогда, когда корпус надо было сдавать в эксплуатацию, городской голова решил уговорить своих собратьев-купцов клубную часть здания передать под вновь открываемую учительскую семинарию. Магазинную же часть оставить для торговых целей. Здание стало называться семинарией. Городская дума ходатайствовала об открытии учительской семинарии еще в конце 1914 года. Получила положительный ответ в июле 1915 и 24 июля приняла решение сдать для размещения учебного заведения верхний этаж, что составляло 4 классных комнаты, актовый зал со сценой, библиотечный зал, учительскую и квартиру директора. С северной стороны на здании расположены две мемориальные таблички. 7 января 1918 года в этом здании был организован уездный комитет РСДРП. К середине декабря 1917 года власть в городе была уже полностью в руках большевиков. Стремясь распространить ее на весь уезд, саранские большевики решили создать уездный комитет партии и от его имени выступить на уездном крестьянском съезде. 7 января в городе состоялось организационное собрание, на котором присутствовало 52 человека. Собрание началось в комнате эсеровского комитета, но ввиду малого помещения этой комнаты перешло в здание учительской семинарии. Первым председателем уездного комитета РСДРП был избран Федор Семенович Каплев. 10 января 1930 года президиум в ЦИК СССР постановил преобразовать Мордовский автономный округ Средневолжского края в Мордовскую автономную область с центром в городе Саранске. В 1967 году, в год 50-летия Октябрьской революции, в здании была заложена капсула «Обращение к потомкам, которые будут проживать в 2017 году». Это послание писали комсомольцы города. 28 декабря 2017 года капсулу вскрыли, послание прочитали и на его место заложили новое обращение горожанам 2050 года. В верхней части здания на фасаде мы видим изображение герба города Саранска. Исторический герб был утвержден 28 мая 1781 года. Герб действующий 29 июня 2004 года. Геральдическое описание следующее. На серебряном поле красная червленая лисица с серебряными глазами и 3 красные вертикальные червленые стрелы в столб наконечниками вниз. Значение герба. Следующее. Ученые предполагают, что красная лисица является символом охоты как основного занятия местных жителей. На современном этапе образ красной лисы широко используется в качестве символа Саранска и является важной составляющей имиджа столицы Мордовии.